Так, вот, решил вечером показать акропорник. Видите, какие, как лампочки горят некоторые. Те, которые не горят, либо еще не докрашенные, или еще свеженькие. Вот это из новых шедевров. Не знаю, что из нее будет, какой-нибудь, ну, черри-бомб, наверное. Такое что-то примитивное. Вот он розовый пока. Полипчики видно. Да, видно полипчики. Вот они на кончиках. Там, тут. Он у меня начал облазить. Я его расфраговал. Вот от него огрызки. Ну, огрызки такие сантиметров. Вот как вот этот, например, там, наверное, 8. Вот. Ну, то есть ни один фраг не слез. Вот эти красавчики. Вот так вот они клюют. Вот этот я забрал, понравился он мне тем, что у него огромные полипы. Не смысл огромный, он весь весь пушистый полностью. То есть это вот редкость для Тенуиса, когда он приезжает весь в полипах. Ну я думаю, что это какой-нибудь а-ля Walt Disney. То есть оранжеватый у него уже такой желтоватый появляется. Ну посмотрим, что из него получится. То есть у меня такого нет, я куплю. Это микрокладос оранжево-желтый, типа для автопати, ну, скорее всего, нет, но что-то похожее. Вот это я вообще не знаю, что такое, вообще прикольный акро. Полипище огромное, оно с желтыми точками, полипы белые у него. Именно флюрящие белые полипы. Не так плохо передает, ну, видно, вот точки прям яркие, то есть видны. Это этот весь длинный полипов, там еще не распустился, сейчас он ночью еще выпустил, так там три раза в линии. Это вот вечер. Это мили. Вот эти вот товарищи две спатулаты. Вот они уже тоже полипы у них подлиннее стали, такие все в шерсти. Прошлое видео показывал, они были так. Ну, полипы были, но не очень. Это как обычно всегда, вот у них уже концы все длиннее и длиннее становятся. Отрастают они. Этот еще пока не начал расти. Ну вот так, хорошо им, но рост еще вот этот хорошо прям двинулся в рост. Я не знаю, что это за акры. Кто-то подумает, что это валида, но это вообще не валида, потому что я ее забирал, когда она вообще не была похожа ни на что. То есть она как это, типа, а-ля голая какая-то. В общем, короче, хрен поймешь, посмотрим, что с ней будет. Ну, цвет интересный, стоила она недорого, и вот у нее синие яркие концы вот эти повылазили, буквально вот эти концы все вылезли, ну, половину длиннее дня за три. Вот где-то половину, короче, будут эти вот кончики вот в центре, если смотреть. Кадры. Вот это вот тоже вот у нее концы роста растет, пушится. Этот тоже полипище выпускает, еще, ну так, розоватый чуть-чуть получается из него. Ну еще далеко ему, это что этот шорткейк стандартный. То есть вот до такой степени я его ушатал, и теперь вот он восстанавливается. Так, этот красавец тоже. Это Gold Smokey. Вообще бомба тоже, самый такой, один из крутых тенуисов. Вот этого товарища я тоже жду, пока он очухается. То есть фотки делал, сблизи видно уже полипы у него. То есть такой он перспективный. Ну, блин, ни хрена мы не увидим, потому что он у меня прямо вот сзади. Это самый дальний план. И вот этот тенуис тоже, который я показывал вам в полипах весь. Вот он вечером, то есть он триколор. У него желтый-зеленый такой, желто-зеленый и розовый с голубыми концами. Ну, камера искажает. Хрена не видно цвет. В общем, как-то так. Ну вот этот тоже пол колонии слезла. Это начало отходить нормально уже тоже. У меня там, ну так присматриваешься, когда вживую на фотках я фоткаю, потом смотрю, как он полипы там что-то видно. А так, блин, смотришь, вообще ничего не заметил. На фотографиях хорошо видно. Это потому что я фоткаю уже под водой, фотик опустил под воду и сфоткал. Это вот фраг вот этого товарища. Я просто колонию, когда переклеивал на другую флажку, от него отвалился кусок. Тоже растет.
Вот этот интересный тенуис с голубыми концами. То есть он желтый с голубыми кончиками. Но кончики еще расти не начали, только чуть-чуть там наметилось. Ну вот видно чуть-чуть, что они голубенькие. Вот такой интересный тенуис, я помню, в Индонезии. Они мне нравятся, крутые. Типа а-ля Walt Disney, только голубые концы и просто желтый. Так, ну в общем как-то так. То есть показал примерно. Ну, я его поясняю, сейчас уже у них свет почти потух. Это у тех уже вечерний такой, это тут уже они спать ложатся. У них офигеи закрылись. Все послаживались. Вот это крутая у меня штукенция. Это типа цинарины. Блять, забыл как называется. Ну да хрен с ним. Ну то есть, короче, хороший такой экземпляр я урвал. Так, это типа мумиай какой-то или что-то такое, не забыли. По-моему, да. Ну вот этот фаитес, ну это я показывал вам уже. Ну и в принципе, рыбки уснули в пруду, блядь, птички заснули в саду. Короче, ложатся все спать. Вот редактор под синим светом, естественно, никакие, просто синие. Ну, вот так вот общий. Это вечер. А, забыл сказать, сетки убрал. Самый интересный нюанс. Как только я ложу сетки, начинает бешено переть диатома Дина на этих сетках. Думаю, что за фигня? Вот этот кусок новой сетки. Вот этот кусок старой сетки. То есть на ней растут водоросли, каролина какая-то, то есть вообще никаких проблем. Ну, то есть она стоит давно и на ней ничего нет. То есть отсюда выводы, что сетки пропитаны чем-то, ну, то есть это я в Home Depot купил их. Вот. Старые я выбросил, которые у меня уже были, потому что я ножки повклеивал, вытаскивал ножки и поломал все сетки. И купил новые. Поставил, блин, все это зацвело сразу. Ну, что за ерунда, не пойму. Оказывается, блин, они, видимо, чем-то смазаны. Ну, то есть для того, чтобы их отодрать, их жильют. И, видимо, какой-то или силиконом, или чем-то таким смазаны. И на этом силиконе быстро прет вот эта вот рыжая всякая хрень. Ну, Дина вылазит, диатома. Причем снизу были, как помните, можете посмотреть старый видос, трубки. ПВХ-трубы вот эти вот, блин, только тонкие. Тут основа у меня из ПВХ-труб, а сверху лежали сетки. И на трубках нормально растет зеленка и каролина. А на этом говне, блин, пока, на силиконе, видимо, или я не знаю, чем их там обрабатывали, растет только вот эта рыжая хрень, как на питательной среде. В общем, блин, вытащить пришлось, надо где-то их вымочить как-то, я думаю, что в какой-нибудь кислоте или хрен знает, в перекиси или... Перекиси я не думаю, что это, хотя, может, и отъест. То есть, главное теперь их отмыть этой дряни, чтобы не питало, потому что я их положил, у меня кораллы открыли полипы еще длиннее, блин, то есть явно какая-то органика выделяется из этих сеток, ну я имею в виду решетки Армстронг, вот, и полипы и сейчас отличные, но тогда прям вообще как будто я что-то там, питание какого-то им шарахнул, корма, вот такая реакция была где-то дня два и поперл один опять, и я их опять убрал. Так что смотрите, если вы вносите в систему много пластика странного, какого-то еще чего-то, то есть, возможно, эта фигня просто смазана чем-то, то есть обработана, и из-за этого происходит питание чрезмерно, и вспышка какая-то идет. В общем, как-то так. Всем пока.